Укропский укрепрайон, Дебаль. Это они тут бегали от нас. Ну я б тут не поместился. Аккуратненько. Так он идет, он. Ну не вручную. Так он глянь, он идет аж туда, в посадку. А нет, вот заканчивается, следующий начинается. О! Девятый. Да. Это, блядь, типа бара, блядь, понял, нахуй, блядь, на самом деле. Ну да, наверное. Ну видишь, на суровненьком, блядь. О, носочек. Блядь. Тут лопаткой так ебашить, нахуй, можно, блядь. Охуеть. Что, вот тут? Слышь, ну они тут нормально по сраке получили, что? Бежал и шлепки потерял. Тут их убегало достаточно. Ты глянь с БК, сколько ящиков, сколько они по нам. Пойдем до танка пройдемся. Гильз глянь, 120-е. На тебе 64. О, глянь, это они целые, что ли? Да, граф. Утес к нам, да? Утес у жопа. Пойдем дальше, что туда пройдемся, к танку. О! Это у нас. Это танк. Это у нас танчик, да? Они ж бухали. О, на он глянь, видишь, лежат эти все снаряды именно. Тут у них походу БК лежало все. Это не разорвавшиеся. 122-е. Знаете, вон, танки. Танковые. Ну это еще нормально, блядь. Да, блядь, пацаны, блядь, что придумали. А тут гильзы, глянь, не полные. А вон лежат. Это ребята шиферы, блядь. Послаживали патроны, булки. Вот что, нормально. Да, то тут он и в ящиках есть. Нет, нет. Вот сзади тебя лежит, но он с дыркой, видишь? Да. Что здесь у них? Капонир. Так, это больше. Че нет? Где я его возьму, так я не могу понять. Вот там что-то. Ага.
вообще. Даже нахуй там руками можно ловить рыбу, бля. Тут у них была, ты видишь, еда. Да ну дай ему. Но слушай, вот это вот надо, короче,